Техника трансмиссионная. Это пас, контроль, внутреннее, внешнее. Ага. Пас, внутреннее, внешнее. Пас, да. Да, ты видишь. Ага. Пас. Внутреннее, внешнее, пас. Но здесь чуть-чуть больше амплитуды надо. Чуть амплитуднее надо это делать. А этот правильно делает, да-да. Вот смотри. Обыгрывать конус, да. А левой ногой нельзя? Ну, можно было еще и левой ногой делать, да. Добавлять. Вот. Ну, да, ну, здесь... Чуть хуже выполняет этот. А, вот, да. Так, сейчас передача внутренняя и подошвы и пас. Да. О, я уже итальянский знаю. Угу. Да. Вот, здесь как раз очень важна амплитуда, да. Ну, у этого мальчика видно, что ноги хорошо работают. Да. Оп. Да. Ну, здесь, я тебе скажу, тоже координация нужна хорошая. Потому что все время надо переключаться. Щека, подошвой. Ну, не у всех детей всегда это получается. Хорошо. Ну, здесь чуть-чуть хуже выполняет. Потом нужно сделать так, чтобы мяч тебе вернулся. Да, чтобы тебе не надо было там делать шаг вперед, забирать мяч. Ну, тот первый, он лучше всех выполняет, конечно. Так, перкосо технику, координация. Координация, обыграть, обводка фишек, потом назад, на лестнице. Угу. Да. Ну, этот мальчик, да, в синих бутсах, он, ну, лучше выполняет эти упражнения, да, конечно. Да, у него лучше техника. Я так понимаю, что это упражнение будет правой ногой и левой ногой будет. То же самое он поставил. Ну, с правой и с левой вот, одинаково поставил фишки. Ну, вот как то, что я говорил. С другой стороны теперь левой ногой. Пас. Потом по лестнице двигаемся. Работаем передом. Значит, левой ногой. Угу. Ну, этот мальчик, ну, чуть хуже других. Оно, ну, сразу видно. Чуть лишний вес присутствует. Вот, этот в порядке, в синих бутсах. Так, перкосо технику, да. Ловкость, координация тоже. Весь мячом. Ну, а этот он лучше всех, да, делает. И здесь собирать. Обводка конусов. Передача тренеру. Наверное, еще под удар. Да, под удар. Угу. О, выше ворот. Да, вот. Ну, тут, конечно, хуже работает, но... Хуже работает. Вот, сбил конусы. А этот тоже плохо. Плохо, да. Ну, да, такой тяжеленький чуть. Но зато попал. Ну, этот мальчик, ну, лучше всех. Лучше всех, да. Быстро ноги работают. Вот, и хорошо. Ну, с другой стороны, левой ногой теперь, я так понимаю. Да. Ну. О, левой ногой попал, здорово. Видишь, удар есть. Так. Хорошо. Сюда. Да. Ну, неплохо, нормально. 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 Массимо Каза. Красавец. Спасибо.